Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я займу буквально 2 минуты вашего времени. Согласно моей статистике, 50% ребят, которые смотрят мои видео на постоянной основе, не являются подписчиками моего канала. Я хочу обратиться к вам, ребят, с просьбой. Пожалуйста, сделайте мне подарок на Новый год. Я очень сильно хочу до Нового года собрать 5000 подписчиков на своем канале. Вы спросите, что вам с этого? Если вы смотрите мое видео первый раз или смотрите не первый раз, но не подписывались на мой канал, а я вам отвечу. На моем канале уже более 250 видосов, а если быть точным, то 300 приблизительно видео честных обзоров на технику и на товары в магазине. Если вы смотрели мои видео, то вы знаете, что я никогда не нарезаю свои видео, как делают это другие ютуберы. Я не вырезаю самые жирные интересные моменты. Я показываю технику такой, какая она есть. Я всегда показываю, если меня убивают, если меня разбирают, то это правда, и показываю для того, чтобы вы знали, что и вас так, возможно, будут разбирать в боях. Понятное дело, что если вы посмотрите видео, на котором вы увидите исключительно победы и жирдосные стрельбы на самый фуловый урон, какой только может наносить танк, вы захотите его приобрести, ребят. И, к сожалению, вы можете наступить на грабли, когда данная машина в ваших руках играется не очень хорошо. Допустим, как я купил 121 Б в свое время за 20 тысяч голды и до сих пор об этом жалею. Я посмотрел видео именитого ютубера, который показал, что машина просто имба, играется просто супер, нагибает, фармит, приобрел, и конкретно у меня почему-то не получается на ней отыгрывать. То ли дело, допустим, на том же самом клинке или на Супер Конквайере. Короче говоря, ребят, подписывайтесь на мой канал, я гарантирую вам честные обзоры. А еще я планирую снимать обзоры на те танки, которые будут выставлять в ближайшие дни на новогоднем аукционе. И буду пытаться показать их максимально честно, для того, чтобы вы знали, на что вам потратить свою золотую копилку, которую вы, скорее всего, копили довольно-таки себе даже долго. Спасибо вам большое заранее за ваши подписки, за ваши лайки, ну а уж тем более за ваши донаты, которые вы можете кинуть через ссылочку, которая есть в описании. На данный момент все, всех благ, всего хорошего, жду вас на своих честных обзорах, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока!